Одним из ваших мужей после Вячеслава Тихонова был Борис Андраникашвили, который перед этим был женат на Людмиле Гурченко. Да. Потрясающей красоты, судя по всему, мужчина. И Людмила Марковна сказала мне, что такого мужчины вообще трудно такого мужчину встретить. Красивый, Трудно. умный, обаятельный. Трудно. Действительно, он сын пильника Да, Бориса. да. Такой сократовский мужчина, пильняк. По его книге мы снимали картину «Комиссар». Кое-что читала о его казацких делах. Как он наблюдал, записывал. Это очень страшные дела. Вот, и фотографии его видела. И у них была любовь. Но что-то не состоялось. Что-то все-таки, сколько бы ни было важных интервью, все-таки не все можно выносить на обозрение. Я знаю причину, почему они разошлись тяжело, оба плакали, но я не скажу ее, эту причину, потому что она не моя. Не мой секрет, это секрет другой семьи.